Так, ну вот. Идем проверять многострадальный Magic Find. Что сделал? Так, что я сделал? Я сделал бучеру дроп 100 предметов. Мы сделаем три проверки. Значит, у нас будет вот при базовом значении Magic Find нулевом. Один раз его убьем, второй раз мы убьем с этим колечком, которое дает плюс 18 Magic Find. Это будет уже не 0, а 18 значение. Дальше мы поставим вот это колечко. Тут будет значение 27. Ну и, наверное, четвертый раз его убьем, у нас будет значение 45. Погнали. The smell of death surrounds me. Чтобы бучер меня не убил, если я поставлю неубиваемость. Надо сделать звук потише. Значит, это у меня на режиме изи. Сохраняем. Сохраняем. Значит, нулевой процент Magic Find. Смотрим, что у нас будет. Я сохранил или нет? Да, сохранил. Значит, нулевой. Нажимаем Alt и смотрим, что у нас упало. Ну, собственно, я сейчас не буду этим заниматься, но тут можно прям скринить. Вот у нас один Sage Hood, Ring Sash, Hood, Sage, амулет, Ring. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь уников, один, по всей видимости, Рекс красный. Семь, один. Это у нас 100 предметов стоит. Загружаем. Меняем колечко, ставим. У нас значение теперь будет 18. Делаем то же самое. Картина похожа на другая. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11 уников и опять красный Рекс. Совпадение или нет с Рексом? Интересно. Прямо сейчас несколько гиен начали скалиться. Прямо я это чувствую. Ну ладно, хватит шуток. Сделаем третий. Где там у нас? Так, в прошлый раз было, кажется, вот это кольцо. Вот я уж путаюсь, ну ладно. Ага! Все-таки не Рекс. У нас упал один красный предмет, но теперь это не Рекс. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Восемь. То есть первый раз, кажется, было 7, потом 11, теперь 8 уников. И один, и одна красная шмотка. Так, ну и последний вариант. Ставим оба кольца. И смотрим, что будет. Раз, два, три, четыре, пять. Пять уников и ни одной красной шмотки. В принципе, я вижу разный дроп на самом деле. В зависимости от показателей Magic Find. Ну вот и все.